Здравствуйте, уважаемый эксперт, уважаемые коллеги. Я, добрый во-первых, день. Благодарна вам, что вы пришли, действительно нашли время поговорить об очень непростом вопросе, потому что сегодня мы с вами будем обсуждать тарифы. Так случилось, что мы всегда обсуждаем тариф, наверное, чаще, чем другие темы, потому что, с одной стороны, установлены некие долгосрочные правила игры, есть постановление правительства Российской Федерации, но при этом последние два года мы видим некие поползновения от естественной монополии, всякий раз что-то докрутить, надкрутить, изменить. И вот причина, почему мы все сегодня встретились, это как раз-таки то желание РЖД, которое выводится в том, что а давайте мы сегодня уйдем от индекса потребительских цен, от ИПЦ, и перейдем к индексу ценовой нагрузки, ценовое давление ценового. Что любопытно, что вот этот показатель, индекс ценового давления, это внутренний расчет РЖД, да, как вы все тоже понимаете, который монополия считает для себя, чтобы понимать там свои расходы, издержки, там, что на что нужно, где можно сэкономить, а где можно как бы не экономить, возможно. И мне хочется понять, вот с одной стороны, есть какие-то объективные причины, потому что если мы возьмем замечательное письмо на имя господина Белоусова, да, здесь сказано, что, допустим, рост цен на топливо, электроэнергию, материально-технические ресурсы и так далее, которые составляют поставщики. И вот пример, что в 2018 году фактически рост цен на топливо 7 раз превысил прогноз Минэко России, и это было учтено при формировании финансового плана, и таким образом дополнительные затраты компании составили более 18 миллиардов рублей. А вот в этом году компания испытывает дополнительное инфляционное давление при закупке топлива и материальных ресурсов, которое не было учтено при установлении уровня индексации тарифов. С одной стороны, можно сказать, что все очень правильно. Что-то где-то подорожало, давайте повышать цены для тех, кто пользуется этим, потому что мы не справляемся. Но с другой стороны, встает вопрос, если вы эти правила установили, почему же их меняете? Поэтому первое. Игорь, как вы считаете, все-таки хотели как лучше, опять получилось как всегда, или с точки зрения взаимодействия между рынком и естественной монополией, это было бы сегодня оправданно? Потому что, с одной стороны, вроде как это решение на год. Но мы знаем про постоянное и временное, как оно бывает. Ваша позиция какова? Мариан, я бы хотел начать с того, чтобы разобраться в том, какова была причина и история заведения формулы инфляции минус. Давайте. И что лежит в основе. Ну, во-первых, я рекомендую всем почитать прекрасную статью Фарида Хусаинова в РЖД-партнере. Кстати, на Совете потребителей немножко это обсуждалось. Откуда идет история в инфляции минус? Она идет от британского экономиста Стивен Литл Чайлд в 80-90-е годы прошлого века, работая в комиссии, британской комиссии по монополиям и слияниям, предложил эту формулу, которая называется «инфляция минус X». Сразу говорю, что этот X может быть не только 0,1, как да, в ситуации с РЖД, а может быть и 1%, и 2%, и даже больше. Логика у экономистов была предельно простая. Они задались вопросом, в какой ситуации пребывают регуляторы по отношению к любой монополии. И пришли к выводу, что существует асимметрия информации. Регулятор никогда не будет точно знать, что происходит в монополии. Он не всегда в состоянии правильно интерпретировать те процессы, которые проходят в монополии. Но самое главное даже не это. А самое главное то, что, предположим, нам попалась честная, открытая, добросовестная монополия, которая всем все показывает, всем подробно все рассказывает, и вот, ну, просто придраться не к чему. Есть следующий фактор, связанный с тем, что мы никогда не можем быть уверенными в том, что в отсутствии конкуренции, где действует монополия, монополия избрала наиболее оптимальный способ хозяйствования. Согласна. Именно поэтому была предложена эта формула. И смысл этой формулы заключается не в том, чтобы обязательно предугадать, как будут расти расходы. Наоборот, экономисты говорят, подождите, мы задаем некую планку. Потолок, да. На длительный период времени. И все договариваются о том, что эта планка является неизменной. Как для регулятора, так и для монополии. Что это дает одному и другому? Регулятор понимает, что он обеспечивает, стимулирует монополию к тому, чтобы искать различные способы улучшения своего хозяйствования. Монополия понимает, что у нее в распоряжении остается некий кусок прибыли, часть прибыли, которую уже никто не отнимет. И она может направить на свою программу. Она может направить туда, куда хочет. Вот мне кажется, вот это главная ключевая вещь. Поэтому вот эта вещь, она установлена. Она установлена до 2025 года. Это правило введено. И менять его как минимум, ну, это означает просто дискредитировать саму формулу и сам подход регулятора к тарифообразованию. Это ключевое. Спасибо. Сергей, действительно, если эти перемены наступят, то это будет некий подрыв реноме вообще, в принципе, регулятора и объекта регулирования. Но вы же, вот всякий раз, когда мы возвращаемся к этой теме, неужели вы к этому еще не привыкли?
Было по-разному, было всякое. Помимо того тарифа, который всем платят, есть куча каких-то надбавок, которые были там и временными, как экспертные, да, которые стали сегодня постоянными. И там про порожний пробег можно проговорить. И масса других каких-то таких запятых, да, которые вот в этом многоточие дальше превращаются. Почему же к этому не привыкнуть и, наоборот, там внутри себя не копить этот жирок, чтобы потом просто взять и расплатиться? Ну, потому что вы уже к этому будете готовы. Ну, смотрите, вот скажу с моей там личной точки зрения. Вот всегда же очень хочется поверить во что-то хорошее. И так. Вот мне кажется, что не только я и там, коллеги, и, наверное, весь рынок, вот как раз в 2017-2018 году очень хотелось поверить в это хорошее, что наконец-то договорились на долгосрочный период. Если вы вспомните, да, поползновения, да, вот действительно там что-то надбавить, что-то поменять, они действительно, вот сколько вот это водяное перемирие было заключено, столько они продолжались, но все-таки каждый год удавалось в основном... Сдержать аппетиты, да. Отбиться. В начале, в 2018 году, там тоже вот под предлогом вот этих временных решений... На капремонт 2%. Пошли навстречу. Вот да. Надбавка на капремонт, эти вот 2% преснопамятные, на налоговые... 1,5, которые потом превратились, 1,5%, да. Постоянно действующая экспертная надбавка, да. Полувагоны. Это полувагоны. Вот это все равно было в начале вот этого периода. Там, ну вот в 2017 году были приняты основные принципы, в 2018 что-то еще докрутили, но в конце концов, вот 2019-2020 год, хоть поползновения и были, но все-таки удавалось... Ну, не буду применять воинственное слово там «отбить», но тут договориться, что нет, мы вот этому все-таки благодаря принципу чему? Следовать. Вот объясните, база договора, она на чем строилась? Вас слышала монополия или монополия понимала, что регулятор просто не даст? Да, были письма, да, разные заходы в разные структуры, но было четкое понимание. Мы же помним еще про смену власти все-таки. Мы должны это тоже включать, мне кажется, в этот кейс. Хороший вопрос. Вот и это тоже вот больше к вопросу о вере. Ну, вот мне кажется, что все-таки вот и новый менеджмент монополии, да, АФАС, РЖД. Новый менеджмент. Давайте сначала про РЖД. Давайте. Да, вот мне все-таки кажется, что здесь ведущим все-таки является РЖД, да. Но вот мое личное отношение, что у самого вот нового менеджмента РЖД, ну вот есть это понимание, что так вот, ну, в наглую, что называется, нарушать договоренность, но все-таки нельзя. Почему? Есть вопрос долгосрочного планирования. Все больше и больше нарастает конкуренция. Вот если бы действительно была единственным вообще способом перевозки только РЖД вообще всего, да, ну, возможно, было бы и по-другому. Нарастает давление со стороны автотранспорта, нарастает в некоторых областях давление со стороны речного транспорта. То есть совсем уж воротить, что там вот... там левая пятка сегодня захотела, уже не получается. И строить вот такие долгосрочные отношения можно только на принципе вот этого взаимного доверия. Поэтому совсем уж заигрываться, да, но вот РЖД в новых условиях все-таки не получается. И хочется надеяться, что и вот в сегодняшней ситуации все-таки некая разумность возобладает, тем более что для решения вот этих локальных задач, да, которые я... Ну, не задач, а проблем, да. С которыми я действительно согласен, что в РЖД могут быть. Но есть другие механизмы. Например, что вы предлагаете? Ну, давайте вот возьмем, например, нас, любимых металлургов. Да, одних из тех... Ваши-то цены выросли. Вот именно, да. И как раз и во всех дискуссиях РЖД постоянно упоминает, что да. вот металлурги, да, вот там выросли цены на металл и так далее. Ну, коллеги, давайте вспомним, да, что... уже принято решение о повышении налогового сбора, да, который принесет со всех металлургов государству около 160 миллиардов рублей в годовом исчислении. Ну, коллеги, ну, с нас уже взяли, вот с нас нехороших металлургов, вот это а что монополия делает? То есть из этих денег выделите самые 17 миллиардов, которые просят сегодня субсидий? Нет? А почему нет? Да? Потому что ну, государство же забрало на погодите, что-то знаете, почему эти нет? Деньги. Есть мне кажется, правильный ответ в этом случае. Потому что когда повышают тарифы для грузоотправителей, то это только нагрузка на тех, кто пользуется транспортом железнодорожным, грузовым. А когда из бюджета, из налогов всех налогоплательщиков изымают 17 миллиардов, то за это платят все налогоплательщики, которые даже не пользуются транспортом железнодорожным. Не согласен, потому что это вот то, что сейчас взяли с металлургов, это нерегулярный налог и нерегулярная
там, таможенный тариф. Это вот то, что называется иногда windfall tax. Да, то есть это вот пришло и ушло. Это вот та самая локальная ситуация, которая единожды. Сегодня есть, завтра единожды. Вот как раз тот самый вопрос о временности. Вот он пришел и ушел. И РЖД сейчас в моменте тяжело, да? Потому что растут цены. И с металлургов в моменте же это взяли. Но вот это вот вполне можно замкнуть одно на другое. То есть это нестандартная ситуация ни с одной, ни с другой стороны. Поэтому говорить это о том, что мы таким образом там всю вот эту налоговую систему разбалансируем, ну ни в коем случае в этом отношении нельзя. Поэтому, на мой взгляд, вот это вот временное решение из вот этих вот дополнительно собранных налоговых поступлений, часть дать на компенсацию расходов РЖД именно по металлоемким затратам, да, там, на рельсы, на колеса, может быть, частично на, там, на локомотивы, ну, по-моему, это вполне нормально. Опять же, когда собирали деньги с металлургов, и аргументация была же ровно такая, это вот настройки, ну, включая, я так предполагаю, а потом что это в тело прескуранта просто может войти, и все. Совершенно верно. И вот, ну, на это же деньги-то и собирали, ну, возьмите, да используйте их как хорошо, следует. Хорошо, спасибо. Денис, на ваш взгляд, мы очень часто с вами в рамках интервью говорили о неких драконовских мерах. К угольщикам всегда было очень много претензий со стороны других грузоотправителей. Если мы убираем этот аспект, с точки зрения тех проявлений, которые сегодня уже существуют, и, возможно, к моменту там, выхода нашей программы, да, какое-то решение будет принято. Как вы считаете, вот что произойдет с рынком? Ну что, вот все войдут в мыт и уйдут в железной дороге, те же угольщики, ну не уйдут. Потому что если у металлургов сегодня есть какие-то варианты, да, на другие виды транспорта уйти, то вам, как вы мне ранее сказали в одной из программ, что пока нет такой трубы, да, в которой мы могли бы, там, вот угольщики могли бы идти. Что делать угольщикам сегодня? Вот. И согласны ли вы, как частный эксперт, свою независимую точку зрения мне выскажите, с тем, что сегодня мы видим реально некое удорожание на ту же металлопродукцию, там, топливо, электроэнергия, которое покупает РЖД? Что делать в этой ситуации? Как быть? Не верить нельзя, надо ли поверить? Марьян, спасибо, во-первых, за то, что пригласили на такую интересную дискуссию. Я бы хотел чуть-чуть еще и на предыдущие вопросы ответить. Очень интересно то, что рассказывал Игорь, и я бы хотел подчеркнуть, что есть такое слово «контрцикличность». Вот представьте, если РЖД получит согласие регулятора на новую систему. На год всего. Когда это произойдет? Это произойдет в 2022 году на базе 2021. Кто знает, что будет с ценами в 2022 году? Вполне вероятно, что они упадут на часть продукции, которая сегодня выросла. Представьте, весь рынок падает в 2022 году, а РЖД тариф свой строит на цифрах 2021 и повышает тариф в гору. Что произойдет? Экономика идет не так высоко, как в 2021, например, вниз, а тарифы при этом растут. То есть естественная монополия точно должна жить в ритме с экономикой. А если менять правила, причем давать расти очень сильно тарифу, означает, что иногда тариф естественной монополии будет искусственно доразгонять инфляцию, которая вроде уже собралась успокаиваться. Это первое. Второе. Что такое монополия потеряла? У монополии есть огромный источник прибыли и убытков в виде операционно-хозяйственной деятельности. Например, расход топлива. Ежегодно происходит экономия топлива примерно 1,5% в год за счет того, что растет вес поезда, растет мощность локомотивов, растет доля инновационных вагонов, что приводит к сокращению расхода топлива. Это не заложено в бюджете, и это регулярно приносит несколько миллиардов рублей экономии. И руководство РЖД, кстати, регулярно отчитывается об экономии и по другим направлениям тоже. Согласна. Поэтому что-то выросло, оптимизируем, да, что-то выросло, что-то молодцы сэкономили, это и есть хозяйственная деятельность. То есть сбалансировать это все. Да. Да, это второй момент. Третий момент. Ну, мы видим финансовый результат за первый квартал. Мы видим, что он существенно лучше 2020 года. В принципе, проблемы с финансовым результатом такой, что прямо убыток, ее, в общем-то, нет. Что-то в отдельных сегментах не срастается, но в целом компания вполне прибыльная, молодцы руководители, и это, в общем, хорошо движется
по правильным рельсам. Теперь, что касается долгосрочного регулирования, ну, в общем-то, в вашем вопросе уже ответ заключается. Ну, конечно, если договорились, конечно, все хотят сохранить эти договоренности, потому что где-то подписи, где-то слова, где-то репутация поставлена на кон. Я уж не говорю о распоряжении правительства, которое все это закрепило. Поэтому скорее вот запрос РЖД в адрес вице-премьера надо рассматривать не в узком контексте «дайте денег». А как? А скорее, пожалуйста, обратите внимание на комплекс проблем. И мы, в свою очередь, как монополия, предлагаем несколько инструментов решения. Ведь там давайте первым назовем. В этом письме несколько инструментов. Так. Поменять систему индексации. Да. Повысить тарифы на контейнеры. Да. Изменить систему скидки на инновационный вагон. Ну и антрацит приравнять... И антрацит приравнять, значит, к оксующимся углям. Ну, если говорить про систему индексации, то, пожалуй, РЖД надо продолжать быть примером для других монополий. Есть долгосрочная система регулирования, есть формула. Мало у каких монополий она есть. Угу. И это на самом деле пример, которому, ну, который следует тиражировать. Ну хорошо. Контейнеры повышать или нет? Давно тоже подступаются. И вроде как говорят, что мы много лет не повышали, и это не изменит спрос на контейнерные перевозки. Я потом у Сергея уточню, изменит или нет, как он считает, как будет выстраиваться эта прямая. Смотрите, какая интересная ситуация произошла. В прессе мы видим, что стоимость перевозок контейнеров из Китая в Америку, из Китая в Европу выросла кратно. В 6, в 8, в 10 раз. Да. Объемы не так сильно, но цены выросли буквально в 8, в 10 раз. Насколько выросли тарифы на контейнеры? Ни насколько. Вообще на ноль. Ну вот так вопрос. Потому что их вообще не индексировали. Надо ли иметь повышенную индексацию? Ну, может быть, и не очень сильную, наверное, не 8 раз, но... Вот в размере 4,75, да, процент. Смотрите, индексации. По контейнерам, кстати, нет долгосрочной системы тарификации. Она есть только на полувагоны. И ее вполне разумно ввести. Денис, а какая логика во всем этом? Почему необходимо повышать тариф? Я бы сказал, что его надо не столько повышать, сколько сделать предсказуемым, если говорить про контейнеры. Наверное, надо восстановить ту недоиндексацию, которая была несколько лет до этого. Раз. Действительно, контейнеры индексировали чуть медленнее или меньше, чем, скажем, полувагоны. Второе. Наверное, разумно сделать такую же предсказуемую историю для инфраструктурной монополии в части контейнерного тарифа, чтобы игроки рынка могли предсказать, какой будет тариф через год, через два, через три. Потому что если не сделать долгосрочной формулы на контейнеры, то будет риск, что, видя восьмикратный рост стоимости перевозки контейнеров, на следующий год кто-нибудь захочет поднять тариф на контейнер в два раза, например, всего лишь, на фоне восьмикратного роста стоимости. Да? Поэтому вот, чтобы стабилизировать эту систему, наверное, можно сделать долгосрочный тариф на контейнер. Третье предложение по инновационным вагонам. Инновационные вагоны надо к чему-то прибить. Эту дискуссию надо... Просто закончить уже как-то, да? Закончить на какой-то формуле, на каком-то соглашении. Нельзя, чтобы кто-то резко пострадал. Значит, эта система работает много лет. Вот наличие этой скидки на порожний пробег привело к тому, что операторы приобрели вагоны, лизинговые компании инвестировали в это. Нельзя просто отобрать и сказать, что завтра, значит, все будет по-другому. Ну, несправедливо, так в экономике не работает. Нужно посмотреть, какие стимулы нужны для организации перевозок. Наверное, перенести скидку из порожнего пробега в груженный – это нормально. Вопрос, в каком проценте. Наверное, можно об этом поговорить. Но ценность в том, чтобы закончить дискуссию, тоже есть. То есть, получается, из тех четырех предложений из ваших уст, я слышу, что самые плавные и нужные решения все-таки, я так понимаю, что из того, что я слышал тоже, что антрацит приравнять к оксующемуся углю тоже было бы разумно сегодня. Вы знаете, как раз вот наличие четырех предложений позволяет вести дискуссию. Что-то можно... Но самое тяжелое решение первое все-таки. Вот сменить вот это ИПЦ на индексное удобрение. Я бы сказал, что оно не то, что тяжелое, оно незаконное. Оно просто не укладывается... А остальные приемлемы. Оно не укладывается ни в какие рамки. Угу. Все остальные можно обсуждать в каком-то ракурсе. Хорошо. Их можно решить. Спасибо. Сергей, по предложению индексация тарифа на контейнерные перевозки на 4,75%, разумно, логично, своевременно ли еще, вот хочу спросить. Тоже же ведь долго подступались.
Значит, вот тоже сколько, ну, как минимум с 2017 года постоянно слышу вот эту историю. Контейнеры там несправедливо не до индексированы, они там отстают от индексации по вагонам. И слава богу, потому что вот если у нас что-то в достаточно консервативной области, там РЖД есть, вот перспективного и реально нового, что может оказать очень сильное стратегическое влияние на эффективность железнодорожных перевозок в будущем, это контейнер. Да, вот там все вот эти вот там ракетолеты, да, это все вот если будет, то когда-то. Контейнер, давайте вспомним, да, контейнер произвел уже сейчас, по крайней мере, в перевозках генеральных грузов, например, такую же революцию, как интернет в области телекоммуникации. Потому что вот эта вот всеобщая стандартизация, легкость смены моды, да, это вот, ну, гигантским образом повышает эффективность всех перевозок. Причем особенно, вот если мы берем не только железнодорожную перевозку, но и связанные с ней там морские, автомобильные, то есть вот эта вот гибкость, легкость, это гигантским образом наращивает эффективность всей транспортной системы. Ну, погодите, помимо эффективности, монополия еще может этот сегмент монетизировать еще больше. Вот, я хочу к этому прийти, да, что если мы рассматриваем просто перевозку локальную, как бы РЖД, с точки зрения вот перевозки там железного ящика, ну, какая-то, может быть, логика в голове РЖД в этом есть. Если смотреть хотя бы чуть более широко на те возможности роста эффективности самой РЖД, на борьбе за перевозку там, грузов третьего класса, например, с той же самой автомобильной, той самой, ну, автомобильным транспортом, конкуренцией, повышение эффективности работы с ППЖТ, да, вот возможность их, например, объезжать через грузовые дворы, с помощью как раз тоже перехода контейнеров железнодорожного на последнюю милю автомобильным транспортом. Гигантские совершенно возможности повышения эффективности и, соответственно, дополнительного сокращения затрат самой монополии. Уже не говоря о гораздо более широкой картинке, именно мультимодальной перевозки и на экспорт и дальше. То есть, коротко скажу, монетизировать контейнеры, да, можно гораздо более умным способом, чем просто тупо повышать на них цену. Ну, хорошо, вот давайте про умный способ, Игорь. Как раз когда вы говорили об истоках инфляции минус, я хочу напомнить нашим зрителям, что все-таки был период, когда монополия говорила про инфляцию плюс, давайте вернемся, и про индекс производителей промышленных товаров, да, что-то вот хотели РЖД тоже его учитывать. Да, 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 был. Вот как вы это видите? Вот маленький ребенок, когда растет, да, он все нащупывает, он все пробует. Здесь как бы уже взрослая, естественно, монополия, которая как бы уже многое попробовала, есть уже некие очертания, там, квадрат, треугольник, неважно, есть как бы некие очертания того поля, в котором идет игра. И с кем она взаимодействует? Не так, что там 100 тысяч новых грузоотправителей пришли, 100 тысяч новых убежали, да? Может быть, оно исчисляется таким количеством. Мне хочется понять, когда то одно шарахнет там, в одну сторону, в другой, а давайте затратный метод, от которого мы уходили, добивались, да, там регулятор, РЖД, совет потребителей, рынок. Теперь это, оно с чем связано? Ведь тут еще вопрос эффективности, о которой мы говорим. С одной стороны, ты, естественно, на поле, которое обязан предоставить услуги всем. С другой стороны, на тебе есть нагрузка коммерческая, ты должна и зарабатывать. Нет ли еще проблематики в том, что внутри самой компании вот устав как бы есть, да, все есть, понимание есть, устав железных дорог. Нет понимания, для чего она? Чтобы просто возить быть инфраструктурной компанией своими локомотивами? Или чтобы еще и зарабатывать? И поэтому нужно впервые за 6 лет попросить субсидии в размере 17 миллиардов рублей, да, что мы не справляемся, или предложить вот ценовой надбавки, индекс. С чем это связано? Это же какие-то глубинные все-таки должны быть вопросы. Не может же так быть, я что-то отвечу, вот просто, если можно отвечу на этот вопрос, потом еще тоже, да, про конечно, контейнеры немножко затрону. Да, обязательно. Значит, смотрите, мой взгляд на эту историю следующий. Формула инфляции минус, она работает. И она работает в том, что каждое из подразделений пытается нащупать, где ему как-то быть более эффективным. То есть, подождите, эффективно сократить свои издержки где-то не или только, нет? Нет, Марьяна, не а только. Что, вот, смотрите, что мы сейчас видим? Мы видим в компании очень много разных инициатив, которые, к сожалению, не всегда с друг другом согласуются, направлены на получение либо дополнительной копеечки заработать. Дохода, так, либо... Например, то же самое «Вези или плати». Ну, в том виде, как он... Вот, отдельная история, она такая очень серьезная. Очень интересная, да? Тема, да. Очень такая тяжелая, с одной стороны.
С другой стороны, попытка, там, не знаю, попытка сократить расходы, то есть, в частности, оставить себе тарифную выручку, но часть работы выкинуть, переложить на других, ну, там, на грузоотправителя, на операторов или еще на кого-то. Так. Есть история, связанная с изменением нормативки. Ну, вот, например, да, вот, например, тема, которую последние, там, последние месяцы мы все подскочили относительно изменения кратчайших расстояний. Да, напомню, что это такое. То есть есть принцип, как бы монополия не ехала, как бы с точку А в точку Б не ехал груз, он всегда считается по кратчайшему расстоянию. И в этом есть очень глубинный смысл. Мы не знаем, как вы повезете, но как бы вы ни повезли, мы должны платить за кратчайшее расстояние. Будьте добры, свою технологию подстраивайте под кратчайшее. Что мы видим сейчас происходит? В компании увидели проблему, поняли, есть ряд направлений, по которому составы едут из того же самого Кузбасса, плюс 500 километров, 250 там под углом влево-вверх, потом назад. 500 километров. Что делают коллеги? Коллеги говорят, проблема. Что нужно сделать? Нам нужно корректировать законодательство. Но ведь мотив-то не в этом, смысл-то не в этом. И, то есть проблема идентифицирована, лечение назначено неправильно. Угу. Не нужно менять норматив, но нужно срезать. Но главврача нет, получается. То есть должен быть какой-то главврач. Нет, почему же главврач-то точно есть? Нет, и не один. Я в другом смысле. Все-таки должно быть какое-то одно ответственное лицо, да, которое видит эту проблему. Проблема же ясна. Это как вот с участками по себестоимости, да, тоже всякий раз пытаются вот их выделить, Марьяна, там, мне кажется, рассчитать. Мне кажется, это как раз-таки проблема таких детских болезней, которые вызваны скорее пониманием того, для чего нужно долгосрочное тарифное регулирование. Какие стимулы туда закладываются? Это процесс обучения и самой компании, и регулятора, и рынка. Договоришься о чем-то, мы должны эти правила соблюдать. Мое мнение, да, вот моя точка зрения. Давайте по поводу контейнеров. Значит, мы затронули вопрос о тарификации, не тарификации, но есть ведь еще один интересный вопрос. Компания рапортует о том, что очень резко растет погрузка, грузооборот в контейнерах. Это так. Но мало кто задавался вопросом, а прибывают ли новые грузы на железную дорогу и прибывают ли они. И здесь по определенным сегментам, ну вот ввиду того, что нет четко определения универсального контейнера, например, да, возникает так, что часть грузов третьего класса начинает уходить в контейнеры. Да, частично привлекаются с автомобиля, что хорошо. Извините, с третьего, когда они уходят в контейнер, они по второму тарифному классу тарифицируются? Да, даже с некоторым дисконтом. И здесь тоже возникает определенный разрыв. Им же выгодно, получается? Да. Выгодно кому? Контейнерам. Тем же металлургам. Да, конечно, безусловно выгодно. Да. Но для компании это потеря определенного дохода. Да. Да. То есть вот этот аспект тоже нужно понимать, что здесь вопрос не только в донастройках тарифа, скажем так, в индексации тарифа. Нужно еще четко определиться в контейнерах, в типах, какие схемы тарификации к ним нужно выдвигать. Сейчас этого нет. А можно этот диалог скажу с кем должен по поводу вестись? Тарифов? Вот смотрите, мы делали расчет. Я сейчас там ориентировочные цифры скажу. Вот та самая конкуренция по грузам третьего класса, да, ну, достаточно такая болезненная тема. Вот примерно картина следующая. Значит, вот до расстояния порядка 150 километров, ну, вот в российских условиях, ну, несомненно, выигрывает автомобильный транспорт. После там, примерно 500 километров, ну, явно выигрывает железнодорожный транспорт при перевозке в полувагонах. А вот внутри этого интервала идет очень такая четкая конкуренция, значит, между автомобильным транспортом и перевозкой в контейнерах. Полувагоны там тоже проигрывают, а вот перевозка в контейнерах идет в нос в нос. По цене? По цене, суммарно. Там зависит от стат нагрузки, от всего. То есть... Если даже чуть-чуть приподнять цену на контейнеры, да, вот сделать это, то на ряде направлений, на ряде перевозки грузов, да, ну, просто будет продолжать проигрывать монополия автомобильному транспорту. Мы этого хотим. Ну, пожалуйста, да. То есть приток вот этот уменьшится или развернется в обратную сторону. То есть логика нельзя сейчас менять? Ну, на мой взгляд, вот еще то раз, это даже не логика, это просто цифры, да, то есть по ряду направлений, то есть там конкуренция очень-очень-очень острая по цене. Там есть еще дополнительные факторы, типа скорости, да, там и прочее-прочее. Но если брать просто цену, которая, ну, все-таки в большинстве случаев самодавляющий фактор, то там даже небольшое изменение, там на 1-2% сразу там переваливает ситуацию в сторону автомобильного транспорта. То есть вот с этими... даже вроде бы небольшими дополнительными накрутками, ну, на мой взгляд, монополии просто не с руки, потому что автомобильный транспорт достаточно конкурентен сейчас, да, как его там не пытаются ограничивать через там Платоны и все такое прочее. Продолжает развиваться, там сплошной рынок, иногда даже такой диковатый слегка.
Вот. Но это очень большое давление, особенно вот на дорогостоящие грузы третьего класса. Поэтому, ну, можно, конечно, попробовать сделать эксперимент и посмотреть, что получится. На мой взгляд, это не слишком разумно. Ну, вряд ли это будет временно. Спасибо. Монополия не с руки. Денис, а будет ли рынку с руки, если условно первое решение, о котором мы сегодня больше говорим, принимается, но при этом идут какие-то скидки? Вот очень часто звучала фраза «дисконт», слово «дисконт», да, вот скидка-скидка. Покроет ли и стимулирует ли рынок некая скидка, скидка для каждого, там, грузоотправитель точечный или, может быть, массово для каких-то грузов, да, объединенные. Какие-то скидки там на расстояние, те же маршрутные отправки, да, по вагоны. Чтобы все-таки рынок согласился с тем, что, ну да, может быть, нечестно, неправильно. Возможно, такой обмен? Марьяна, опять в вашем вопросе есть ответ. Довериться новой системе скидок бесполезно, если предыдущая система нарушена. Подождите, скидки же работали одно, ну, все равно, они и существуют сегодня. Ну, все-таки, ну, подожди, на маршрутной отправке. Скидки сами по себе есть, они работают по другому механизму, с ними все понятно. Так. Обменять какую-то новую скидку на какой-то срок, в каком-то размере, при каком-то условии, на нарушение достигнутой договоренности, ну, это... Вы, кстати, приводили сейчас... аналогию с больницей, значит, главврач, больные, я бы лучше, может быть, использовал там учитель и ученики, так вроде получше. Ученики боятся учителя зачастую. Ну, мы тоже немного монополию боимся, это, в принципе, нормально. Чуть-чуть мы должны бояться, что мы, собственно, сейчас обсуждаем, да. То есть монополия что-то захотела, и, в общем, надо внимательно к этому отнестись. Я к тому, что были правила, значит, было сказано писать слева направо. Если мы тарифы меняем, будем писать теперь справа налево, но против этого дадим какую-то скидку, ну, кто сказал, что завтра ее через месяц не отменят? Ладно, давайте иначе. Вот смотрите, сегодня вам говорят о том, что при неисполнении этого условия или при невыдаче там, 17 миллиардов, причем разные же заходы с разных сторон, будет нарушен некий финансовый баланс компании. Соответственно, что говорит экспертное сообщество в довод тому, что надо бы все это сделать? БАМ и Транссиб, которые там модернизируют, реконструируют и прочее-прочее, к тем темпам, которые уже сейчас есть, которыми вы, кстати, были всегда недовольны, это еще больше заметится. Вы хотите вот в таких условиях существовать? Давайте поговорим про БАМ Транссиб. Когда их надо было построить? Уже в 2021 году. Уважаемые, сколько стоил металл в те годы, когда его надо было строить? Надо было все... Конечно. Конечно, надо было у металлургов покупать по низким ценам 2 года назад. Я, кстати, сейчас немножко перебью, я приведу пример. То же самое Галаров рассказывал, да, строил свой Крокус-Сити. Что он сделал вначале? Сначала закупил металл, полностью выкупил, вы потом начал стройку. Крокус-Сити построить или реконструировать и модернизировать БАМ и Транссиб? Но все-таки разные объемы. Никто не мешал законтрактовать объемы рельсов и прочего металлопроката заранее, захеджировать на весь срок строительства. Совершенно нормально. Все было плюс ковид, подождите. Все-таки вот это невозможно было вообще предсказать. Здесь тоже падение погрузки и пассажиропотока, ну, и это все влияет. Кто кому должен платить за ковид? Потребители монополии или наоборот? Тут разговор совершенно такой тупиковый. Я думаю, что ну вот вы использовали слово «финансовый результат». Очень хорошая тема. Надо посмотреть на финансовый результат, например, по итогам 2021 года. И по итогам 2021 года можно прогноз какой-то сделать. По итогам 2021 года сказать, что получилось, что не получилось. Если вот будет так. Какой-то серьезный убыток, то, например, можно об этом поговорить. У нас выросла погрузка, у нас многие показатели в плюсе. Мы, вероятно, закончим 2021 год с хорошим финрезультатом РЖД. Вот после этого... То есть эту дискуссию можно возобновить? То есть... Конечно. То есть если система регулирования привела куда-то не туда, в какой-то тупик, надо посмотреть на цифры, не на эмоции, а на цифры на каком-то горизонте и сказать, ну вот какой-то тупик, а что мы хотим, а какая цель? Мы хотим заработать прибыль у РЖД. Какую? Зачем? Ну зачем? Ну, я напомню цифры, но смотрите, вот по тем расчетам, которые есть сейчас, вот если мы продолжаем применять принцип вот инфляция минус, вот по всем тем формулам, да, где и прошлые 3 года, и будущий прогноз. Есть расчеты. Значит, вот по этому расчету, поправьте меня, если ошибаюсь, получается где-то, ну, примерно мы выходим цифрой 5% индексации на следующий год.
Вот если взять вот все вот эти вот предложения там РЖД, пересчитать, ну, получится 5,5. Ну, вот мы прикидывали сейчас для себя. Стоит за это биться, вот за эти? Я про это и говорю. То есть ради вот 0,5% удачи, да, вот рушить все, что с такой болью было достигнуто с рынком, с его основными участиями там за много-много лет, вот, ну, плюс к тому, я всю, ну уж простите, напомню, да, что если, опять же, там поминаются металлурги, но заплатили мы за это там свое неудачную удачу, да, отдадим мы все эти деньги как раз на стройки, это же под предлогом именно строек, ну, основной, ну, не предлогом, а основной, как бы, целью вот этих вот там дополнительных изъятий было стройки. Ну, вот же там и БАМ, и Транзит, это же тоже стройки, да, ну, отдадим мы все эти уже деньги, да, ну, коллеги, ну, просто вопрос замкнуть одно на другое, ради этого рушить всю с болью созданную систему, подрывающую опять доверие, заставляющую начинать с нуля, ну, на мой взгляд, совершенно неразумно. Я просто в дополнение, знаете, вот одна история, когда вы приходите, говорите, знаете, мне, возможно, чего-то не хватит на будущее, дайте мне денег сейчас. А другая история, вы знаете, я достроил БАМ-2 на 99%, мне не хватает 1%. И что, вот давайте, вот классная история для того, чтобы завершить программу. Если... Та самая, естественно, монополия, которая транспарентна, давайте которая сначала, дает... сначала пусть это случится, мы стоп, к этому если вернемся. Это происходит, действительно, вот, открытые данные, мы, то есть готовы. Мы, если это произойдет, да почему мы сядем... же в этой ситуации, когда 1% готовы, а в другой вопрос, ситуации, когда? Почему? Марьяна, важный вопрос, коллеги. Когда? Вот когда это произойдет? Ну, сроки? Например, исполнение графика строительства 2021 года. То есть читаем, смотрим на финансовые показатели хотя компании. Хотя бы за первый квартал, за первое полугодие, любой период. И что? Я все равно пытаюсь понять логику. То есть если справляется, ну это KPI, которые поставлены государством, правительством. Да, их нужно исполнять. Почему за то, что не исполняются. Компания выполнила их в срок, тогда грузоправитель скажет, ну вот теперь мы согласны. Когда они достойны 1%, мы готовы это профинансировать. Вопрос, коллеги, нет. Почему вот это паритетное соглашение наступает, когда вот чуть-чуть осталась какая-то миля? Почему там согласны вновь договориться? Почему, когда потому более что, большой водораздел, не согласны? Потому что, смотрите, потому что коллеги уже несколько раз обратили внимание на то, что договоренности постоянно нарушаются. То же самое БАМ-1, ну, все устали об этом говорить, должен был быть построен 17-й год? 18-й. 18-й год. На дворе 21-й год. 22-й год мы видим цифры в инвестпрограмме раза в два побольше, чем в этом году. Да, это уже большой вопрос. Дай бог, что все было освоено. Мы очень на это надеемся и верим. Но, возможно, нет. Тогда зачем деньги сейчас? Отличный вопрос. Давайте в финале просто каждому из вас один и тот же. Денис, все-таки, как вы думаете, от чего будет сегодня отталкиваться принимающая решение сторона, тот самый главврач? Вот все-таки логика она будет в чем? В том, что да, нужно слушать и рынок, у вас же еще идут баталии на других площадках, да, где монополия присутствует. Вот. Я бы все-таки не про больницу, я бы все-таки про школу, например. Давайте, тогда не директор, а Министерство просвещения. Какое хорошо решение будет принимать? Ну, наверное, он должен смотреть вперед, посмотреть, какие специальности нужны. Угу. Что нужно в экономике? Нужны ли экономике резкие взлеты? Я начальной школы. Видите, Министерство просвещения начальной школы. Ну, например, да. Ну, пусть, да. Ну, то есть кто-то должен спрогнозировать, что нужно экономике. Нужно ли, чтобы все отрасли росли более или менее системно? Или нужно, чтобы были какие-то всплески, падения, кто-то рос, кто-то падал? Наверное, хаос никому не нужен. И предсказуемость — это наиболее ожидаемая цель для того зауча или министра просвещения, который будет принимать решение. Спасибо, Денис. Сергей, как вы думаете, какой исход будет? Ну, к сожалению, предсказать крайне сложно. Тут все-таки, ну, кто кого там где-то передавит. Очень бы хотел надеяться, что вот эти принципы долгосрочной стабилизации, они возобладают. То есть, а после 25-го года вновь поговорим? Подождите, ну, после 25-го мы вообще сегодня не затрагивали эту тему, это очень интересная тема, там вообще все будет по-другому. Это, кстати, очень хороший тезис, да, мы почему-то ее сегодня не затрагивали. Вот уже же ясно, и об этом тоже вроде как, ну, в принципе, все договорились, что после 25-го года вообще все будет по-другому. И тарифный маневр, да, и там и сближение классов. Новый прескурант, все. Вот, новый прескурант. Вот ради вот этих оставшихся там, ну, там... Ну, мне извините, 4 года. Ну, договаривались же не трогать. Да, ну, тогда смысл долгосрочности теряется. Ну, вот, может быть, мы лучше поговорим о том, что будет после 25-го года, да, и там как-то вот уже на совсем долгосрочный горизонт найдем
компромисса, чем вот сейчас, ну, тут вот 1-2-3 года искать какие-то временные решения, которые затрудняют достижение договоренности вот на те суперстратегические цели, которые сама же РЖД для себя ставит. Ну, как вот потом можно будет обсуждать, что вот эти вот долгосрочные изменения там тарифной политики? Ну, уже верни какой не будет. Да? Спасибо. Ну, Игорь. Как вы думаете, все-таки до 25 года изменятся эти правила игры? Понятно, что какие-то надкрутки, наверное, будут, они всегда существуют, но вот кардинальные такие перемены они будут или нет, когда монополия сама будет рассчитывать свои затраты и говорить рынку, что мне нужно вот столько, поэтому тариф сегодня такой. Марьян, мне бы хотелось, чтобы долгосрочная политика была выдержана на 100%, вот, и ну, я наивно в это склонен верить. Наверное, есть еще такая тяжелая история, вот, знаете, опять-таки из не то что там опыта других стран, но что говорят люди, которые разрабатывали формулу инфляцию минус. Они говорят о том, что, безусловно, эта формула, возможно, имеет какие-то изъяны. Да. Возможно, когда-то нужно пересматривать. Возможно, ну, в зависимости от степени тяжести. Когда компания лежит, например, на боку, находится в банкротстве, наверное, нужно понимать какие-то резкие движения, отходить от этих правил тарификации. Но что следует за этим решением, решением изменения тарифов? Следует обычно решение о замене менеджмента. То есть новый менеджмент работает с новой тарифной системой. Вот я все-таки верю, что у нас этого не должно произойти. Компания действительно, начиная с 2015 года, демонстрирует хорошие финансовые результаты и очень правильные. Да? То есть, и, на мой взгляд, это лучший показатель того, что команда, которая собралась, она способна выдерживать договоренности, способна достигать, несмотря на те противоречия, которые есть, ну, скажем так, новых высот и по погрузке, и там, по грузообороту, и по выручке. Поэтому я считаю, что у нас есть все основания остаться в тех договоренностях, которые были достигнуты ранее. Спасибо огромное вам. Мне кажется, у нас сегодня тоже очень классная компания собралась. Спасибо, что пришли, как с чего я начала. И спасибо, что, как мне показалось, были откровенны и, самое главное, конструктивны. Вот без эмоций, как Сергей сказал, да, не эмоционировать, а предложить какой-то конструктив. Потому что очень часто есть позиция монополии, что очень сложно говорить с грузоотправителем. Ему вот просто надо ехать, там, да, он дает объемы. А действительно, сегодня собрались те грузоотправители, там, и независимые эксперты, которые понимают это дело, закладывают это просто, не просто, что вот я сказал, что так, да, а есть какие-то данные, действительно, в числах выражены. И это очень важно. И мне кажется, мы проговорили очень важные пласты той большой проблемы, которая существует сегодня, взаимодействие между клиентами, потому что и год, там, 25-летие ЦФТО, и вроде бы вот клиент, я всякий раз к этой фразе возвращаюсь, король, провозгласили, мне хочется понять, все-таки это в кавычках сегодня или оно без кавычек? Это очень важно. Поэтому от себя говорю вам еще раз большое спасибо и до новых встреч. Мне кажется, что все-таки не последний, не первый и не последний точно раз мы обсуждаем тарифную политику, естественно, на поле. Спасибо большое. Спасибо.